Ну что, друзья, я вышел из больнички, получил третий укол панангина. Оказывается, не очень многие его знают и выписывают. Ну, в общем-то, я, похоже, открыл такую линеечку, что будут тоже применять. Я думаю, что очень надо, поскольку магний и калий, они не получаются из продуктов. Точнее, получается, но не в таких количествах. А поскольку сейчас именно в них проблема, нарушается энергоснабжение сердца и начинаются вот такие тахикардии, то просто попросите этот препарат, ну, витамин, можно так сказать. Это витамин, который стоит попринимать. Можно сказать, в любом случае, в нашем возрасте уже всем он полагается. Вместо того, чтобы купить этот престариум, то есть таблетки, которые будут снижать вам это давление, та же самая история, но только вы садитесь на специальный препарат, который меняет ваши нервные системы управления. Лучше уж принять витамин, который вам помогает эту нервную систему восстановить и сделать. И задал вопрос, который вы мне просили выяснить, можно ли у нас попасть на какую-то реабилитацию. Всем, кто лежал в больнице, можно попасть на реабилитацию. У нас специальный санаторий в Решме, который сделал программу и специализируется на этом вопросе. Я видел в Фейсбуке ивановцев, которые съездили, говорят, ну просто класс, очень хорошо кормят и очень хорошая программа. Нужно прийти к врачу-терапевту и заявить о тех изменениях, которые у вас произошли после ковида. Видите, это могут быть и тахикардия, и болезнь суставов. Ну, в общем, на что-нибудь пожаловаться, пройти обследование, и врач может выписать. Якобы практически не ограничены путевки, они практически всегда есть. Несколько человек из Пестяков ездило. Я бы очень хотел, чтобы они тут вот оставили комментарии и свою оценку того, что с ними сделали, и рассказали, как им это помогло. Ну, а всем остальным желаю не упускать себя из виду, не думать, что вы старые, поэтому такие больные, а подумать о том, что вот маленькие такие существа, как вирусы и бактерии, могли вас довести до такого состояния. Все, здоровья всем, радости, аминь.